Я хотел стырить камеру, блядь. Короче, всем привет, с вами Вильямс ТВ. Это, наверное, будет первый вложик. И он сразу с Вованом, ребятки. Это такой вообще охренительный момент. Мы, короче, встретились с Вовчиком. И он, гад такой, устроил мне неловкое положение. В общем, подарил он мне мега крутую камеру. И я думаю, после этого подарка на меня один такой не очень молодой человек наведет порчу, блин, точно, потому что... Очень немолодой. Ой, очень немолодой. Все, кто в теме, тот поймет, потому что камера, ребятки, посмотрите какая. Вот офигенная вот камера. В общем, теперь я могу снимать порчу и, наверное, как домой буду добираться, сниму тоже такую поездочку, расскажу, что там, как там на отдыхе было. Ну, в общем, Роман, давай расскажи для моих подписчиков, что там, как там вообще жизнь блогера. Вот сейчас мы, кстати, ходили, записывали. А что тебе рассказать? Ты немного погромче, кстати, говори, мне кажется. Да? А то там были шумы всякие, стройки. В принципе, в Москве так как-то шумновато. Записывали, короче, сейчас один видосик там с бургером. В общем, хотели, ребятки, чтобы мы их похвалили. Но Вован сказал, мы скажем только правду. В итоге они сначала очень долго ломались. Потом увидели количество его подписчиков. И сказали, черт с вами, мы согласны, короче. Так что, Вован, давай, зарезюмируй. Что ты думаешь по этому поводу? Мы сейчас ходили со Стасом в Беверли-Хиллз. Это американский ресторан. Такие что-то зашли. Такие говорим, ну, типа, менеджеру, можно у вас снять видос? Они такие, не, у нас, типа, съемка, ну, типа, да, съемка нет, категорически запрещена, идите, типа, нахуй. Газ послали. Ну, потом запикаешь, если что. Окей. А, в общем, потом что-то, мы вызвали кого? Управляющего, да, этого? Да, сначала менеджера, потом управляющего. В общем, все по звеньям, подряд началось. Да, в общем, короче, пришел потом какой-то главный дядька такой, говорит, ну, типа, что, типа, если у нас, типа, не будете там сильно хуесосить, то снимайте. Ну, мы, окей, типа, ну, как бы только честно скажем, и все. Ну, в итоге сняли сейчас видос про Beverly Hills. В принципе, бургеры неплохие, но что-то, блядь, соуса не хватает. Да, они какие-то слишком суховатые. В принципе, это, наверное, из-за того, что у них, ну, натуральные реально продукты, а в них все равно не хватает вот этого, да? Вот, ну, я не знаю, я вот в Шейк-Шаке, мы вот с Илюхой Рябинком еще давно-давно ели бургеры. Я не знаю, может, мы еще сегодня успеем туда сходить. И там реально были такие бургеры, блядь. Вот они мне запомнились вообще охеренные. То есть, вы вложик снимали, вот этот видосик? Да, мы видос снимали, он набрал, кстати, уже 350 тысяч просмотров. Нормально. Вот. Ну, там еще такой стиль был тогда, в общем. Такой видос не особо качественный. Но все равно. Так, в общем, мы сейчас куда идем? Сейчас мы идем снимать еще. Давай пропустим это. Нам красный свет. Этот, короче, идем еще один видосик снимать, который, наверное, запомнится многим. И на него будет ссылка в описании обязательно. Ну, на все, наверное, ссылка будет в описании. Потому что я пока доеду. Пошли. Говорите, видосик, который мы еще не сняли. Нам сейчас все нужно снять. Да, сейчас все будет, пацаны. В общем, короче, договоримся сейчас с нормальными пацанами на вокзале. Да. Снять еще один видос. Сейчас мы выдвигаемся как раз в метро и двигаемся к этим площади трех вокзалов. Площади трех вокзалов. А где она, далеко? Да, далеко. На площади трех вокзалов обитают нормальные чуваки. Нормальные такие, короче, с гримом хорошим. Да. В общем, все сцены будут прям... Это все, что мордобойчики, там вот это все насильственные моменты, это все грим, пацаны, это все будет грим. Короче, мы узнаем, что на самом деле думают москвичи по поводу Бургер Кинга. Или фастфуда. Или фастфуда в Казани. Что мы там найдем? Так, что, давай в метро? Ладно, ну вот мы уже заходим в метро. Все, ребятки, а то там начнут потом нас... А то сейчас милиционеры. Метро, да. Уже технически нельзя снимать. Вот. А то нас загребут еще на целый день. В общем, ребята, ждите дальнейшего включения. Не ждите, мы ничего не снимем. Короче, пацаны, не нашли мы нужного человека, нужной наружности, чтобы снять видосик. В общем, сейчас идем по Арбату. Поищем, конечно. Может быть, здесь кого-нибудь найдем. Но, в общем, Вован сказал, что мы идем в чудо-ресторан. Шейк-шак. Шейк-шак называется. Шири-шак. В общем, там будем сейчас опять кушать. Сегодня у нас загрузочный день, да. Поэтому вы это, как бы не смотрите, что мы это потеем. Мы просто это гоняем, короче, выгоняем калории. Пожрали, выгоняем калории. Погнали, стараемся. В общем, это, чтобы быть в форме. Понимаешь, а то хейтеры всякие сволочи. Это, ну, в общем, надо быть в форме. Да, да. Вот. Ну и дед там что-то грозился приехать с ружьем.
Поэтому... А, этот, который из Казани, что ли? Да. Этот, который старый? Да. Поэтому надо... А у него инфаркт разве? Ничего не это? Инфаркт? Миокардыч? Миокардыч? Нет, по-моему, нормально. Таблетки пока спасают. Ну, в общем, этот... Идем сейчас посмотрим, что там, как там. Возможно, что-нибудь интересненькое. Там, ну, наверное, невозможно, что-нибудь запилим. Ну, хотя не будем это загадывать, это что-то у нас уже... У нас связи с Полиной Бугровой. Да. Все можно. Там все можно. Полина Бугрова – это кодовое слово. То есть в любой ресторан ты приходишь, говоришь, мы от Полины Бугровой. И все, вам все бесплатно дают. У вас еще там, в общем, все, полный сервис. Да, она директор всех магазинов. Да, всех страны. Магазинов, ресторанов. Страны. Страны. Вот. Это, короче, типа заместитель Медведева, в общем. Да, да. Чего-то типа такого. В общем, ребят, я не знаю, трясу, не трясу камеру. Вован ругался, сказал, не тряси камеру. Трясет, конечно. Вот, поэтому... Ну, Вован сказал, там хороший стабилизатор. Стабилизатор хороший, да, блядь. Но это, говорит, не значит, им надо махать, как удочка. Да, да, да. В общем, как-то так, ребят. Ну вот. Ты реально идешь с камеры, да, снимаешь там, блядь, секшн. И всем... Ну, что ты там снимаешь, блядь? Если в Егоровске пойдешь с такой камерой, на тебя будут весь Егоров смотреть, думают, ты что, блядь? О, кстати, вот это прикольное, типа кафешка, типа автобус. Покажи, сними вот так вот, разверни. То есть это как бы автобус, но там внутри кафешка. У нас, кстати, тоже что-то наподобие есть, только покороче. Ну, кстати, ну, на этот... Ну, на... этот он постоянно здесь стоит, а у вас, наверное, эти фудтраки, которые перемещаются постоянно. А, ну да, они бывают, катаются куда-то туда-сюда. Кстати, насчет камеры, ну, не смотрят, но нас смотрят даже без включенной камеры, потому что видят эту футболку, видят количество аппаратуры. Вован, в общем, приехал, задарил меня подарками. Вон у него там, видите, штативчик еще. И у него целый рюкзак еще своих камер. Поэтому мы когда идем, на нас обращают внимание даже в метро, еще смотрят сначала на меня, потом на футболку, потом опять на меня. И ищут сходство. В общем, ребятки, сходство, наверное, находят. Ну, не знаю, посмотрим по подписчикам. Что пойдет потом. Сейчас к вечеру так херак, плюс 5000 подписчиков новых. И такие все будут писать тебе ВКонтакте. Мы тебя в метро увидели, у тебя футболка там бельми стреляет. Все, вся фигня. Так, мы дошли до Мринча. Мы дошли до... И, кстати, Вован сказал, что это не очень много народа. Там еще недалеко. Буквально метров 200. Ништяк. Вон тату дракона. Ну, слушай, я тут вообще, если честно, никогда в осознанном состоянии не был. В осознанном? Да, в осознанном именно. То есть я был здесь, наверное, когда мне было лет 14, наверное, последний раз. Еще какой-то магазин такой есть подземный, что-то там типа глобуса какого-то такого сделал. На крышу смотришь, там что-то... А, да-да-да, было-было-было. Вот в таком магазине я помню был. Ну, там я помню, офигел от цен, короче, даже в 14 лет я уже понял, что это очень дорого, короче. И все, и после этого я как-то сюда не попадал. Я помню, мы тут в студенческие годы, короче, тут было много игровых автоматов, всякие вулканы. На Арбате мы сюда приходили, играли. А ты, кстати, с этими лотереями не завязал? Что там, как там? Я выиграл. У меня сегодня ночью запланированный пункт публикации. И как? Я купил 10, у меня-то выйдет уже позже. 10 лотереев. А, и что там? Есть куш? И ни хрена. Да ё-моё. А я еще, короче, Сашке, прикинь, на второму обзорщику, кстати, включаю этот видос, и там чуть не выиграл 50 тысяч, короче. Я вот такой, слушай, давай тоже покупать лотерею, короче. Я говорю, да в смысле, он вообще ничего не выиграл? Блин, я, говорит, думал, в смысле, говорит, там сумма чуть меньше 50 тысяч, короче. Типа выиграл, но не 50, он почти выиграл 50. Я говорю, не-не-не, ты че, говорю, мы тут это все штаны своим спустим, говорю. А так, кстати, ты выиграл, нет, в лотерее что-нибудь вообще? Нет. Ни разу? Нет, вот в автоматах, да, выиграли. Мы с Андрюхой ходили раньше, играли, мы понимали максимум, мы понимали 20 с чем-то, с небольшим. Нифига себе, тысяч? Да. Охренеть. Ну там, знаешь, чтобы выйти, так сказать, с этими деньгами, нужно отстегнуть охранником, отстегнуть кассиром, чтобы все охранники там не побили и не забрали деньги. То есть там эти игровые клубы, они такие, ну, как бы, в общем, такие места темные были. Sorry. You beautiful girl. Любите герл, China girl. Любите, говорит, герл вообще. Ну там мордынский там, China girl, там все дела нормально. Мордынский вообще там. В общем, мордынскому отдельный респектуоз. Подписывайтесь на мордынского. Он там все злится, что ему рекламу никто не делает. Не подписывайтесь. Не подписывайтесь. Он скучный бичи-блогер. Снимает технику, хорошую технику. Мне порекомендовал телефон, про который я этот до сих пор обзор так и не выложил. Я его снял, что-то посмотрел, там такая
фигня получилась, и, короче, решил не выкладывать. В общем, сниму. Выложу. Мартынский будет реклама. Не переживай. Отчитались, короче, перед пацанами. Это вырежем. Это вырежем, Сашка увидит. Не вырежем. Не, все-таки холостым быть. Да, прикольно. Идешь? Захотел посмотреть на... Направо? Секси-попу. Хотел, посмотрел прямо. А с девушкой нет, ты уже идешь, посмотрел на секси-попу, и тебе пи***. Да, он скажет, что моя хуже? Чем моя хуже? Вот ты посмотри, там то, все, третий, десятый, начнутся доводы. А ты по доводам по-любому не вывезешь, короче. Да, да. Поэтому, ребята, это вообще не вариант. О, шейк-шак. Снега. Пришли, пацаны. Пацаны и девчонки. Мы добрались. Ну все, ребятки, мы пошли внутрь. Кодовое слово говорить. А это твой первый влог, да? Да. Ну ладно. Ну ладно. Это первый влог его был. Ну все. В общем, ребятки, вложик заканчивается. День мы провели офигенный, ребят. Потусили, сняли кучу видосов. Видосы будут у Вовчика. А ты думаешь, тебе видно будет? Естественно, я же вон под фонарем. Под фонарем? Я под фонарем. В общем, думаю, вам понравится. Ты как, Вовчик? Зарезюмируй. Вложик. Первый вложик. Матом? Не, матом нельзя. Матом нельзя, надо культурно. В общем, все круто, все неплохо. Мы сейчас стоим на улице Мельникова в Москве. Стас сейчас включит режим форсажа и будет через 5 минут в мытищах. Через 15 я должен быть уже в мытищах, ребятки. Все, разобрались тут, значит, посидели нормально. Ну, кстати, хорошо, реально провели день. Если... Сейчас тебе машина забьет нахуй. Пойдем сюда, вот сюда идем, к свету. В общем, Вовчик увидел второго обзорщика. Он настоящий, да, живой, пощупать надо еще напоследок. Да ты опять шатаешься. Давай ты. В общем, профессионально. Наконец-то встретился я со вторым обзорщиком, Сашей. В общем, остался девушкой Сашей. Все хорошо, провели денек. У нас какая-то машина, тут палец стоит. Что ты хочешь сказать в заключение? Конечно, многое, что мы запланировали, не получилось, к сожалению, но... Мы еще успеем. Вот, сняли сегодня два видоса с едой. Один шейк-шак, который будет у Стаса, а другой беспонтовый Беверли-Хиллз у меня. Вот. Что еще рассказывать? В принципе, наверное, все. Ребятки, всем до встречи в следующем выпуске. Пока. На просторах Ютуба там. Все дела. Все, пока. Ну там запикаешь, короче.